Термоядерный приветик с вами, товарищи атомные. Я играю в игрушку всех программистов, командиров и ботов в Code Combat. И я остановился на котятах, которые должны такие водить хоровод. Захожу в советы. Заметьте, вот тут полезный совет был. Заметьте также, что мы не сравниваем расстояние непосредственно. Например, distance 1 равно distance 2. А используем некоторую неточность при их сравнении. В противном случае можно получить некоторые результаты из-за проблем с сравнением дробных чисел. Я не знаю, как использовать вот эту функцию. Использую функцию onCircle. Но это вот она, в хороводе была. Чтобы определить, что солдат не соблюдает круг. Ну хорошо, просто я вот так вызываю, да? Убираю. Скажи имя солдата, которого нужно вызвать. Ну такая вот так запущу. И что? Что поменялось? Все точно так же получается. Найди 5 неуклюжих солдат. Я вот это не понимаю, как оно работает. Он возвращает distance. Меньше или равно максимальному дистанции. И он возвращает distance. Больше и равно минимальной дистанции. Ага, ну вот так вот хорошо. Пойди. Ну-ка. Что нам она возвращает? Она нам возвращает вот это. If not, хоровод. Хорошо. Hero save. Ну вот так вот. Смотрю. Я сейчас не понимаю, почему оно не работает. И в хоровод радиус. Больше. 22 or вот радиус. Давай, тут больше 22, а здесь меньше 18. Ну вот теперь. Что за херня? Distance, да, узнает дистанцию. Inaccuracy 2. Mean distance равно радиус минус inaccuracy. Я не понимаю, что он возвращает. Давай, он просто будет узнавать нам и возвращать дистанцию. Он просто возвращает дистанцию. Вот теперь должно сработать нормально.
Твою мать, какая херь? Чё оно не работает? Давай по-нормальному. Здесь номер равен нулю. While, пока n меньше. Не понял. While, пока n меньше, чем узнаем длину. Kittens. Вот так вот. Внизу у нас будет n плюс равно единичке, увеличивается на единицу. Вот теперь должно работать. А, тут уже нету kitten, да. Тут и должен быть n. Тут должен быть n. И вот тут должен быть n. Вот так вот. И вот здесь n должен быть. Все. Вот теперь должно нормально. Смотрю. Снова ошибка. Так. Есть. Все. Цикл for дебильный убрал. Изменил на понятную функцию, она возвращает просто дистанцию, а потом я ее сравниваю, потому что что она там возвращала, для меня загадка. Все, пошли вон. Отлично. Прогнали поганых котят, которые нарушают круг. Что теперь? Окружность яков. Яки похожи на большие меховые шары. Рука-лицо у меня сейчас выражение. Ты... Чего? Чего? Вычисли длину первой окружности. Вычисли длину окружности. Матан нападает! Помогите, ребята! Помоги крестьянам изменить длину путей, по которым ходят яки. Не пытайся их обмануть и используй математику. Длина окружности связана с ее радиусом. Ну понятно, 30-14 это соотношение длины окружности к радиусу. Си равно 2 умножить на пи и умножить на r. Это что мы узнаем? Где пи? 3, 141, 59. Блин, а я до 13-й цифры после запятой знаю, используем mass p. Вот, это стандартная функция p, возвращает число p. Сколько, и там надо указывать, сколько точность, сколько нужно знаков после запятой. Вычислить длинные окружности кругов яков. Первый круг яков. Як 1 равно. Tiro nearest enemy, находим ближайшего врага. Радиус 1 равно... Давай rad1. Rad1 равно hero distance 2, як 1, узнаем это. Circumference 1. Ёлки-палки. Circumference? Серьезно? Что это такое, circumference? Периметр. Это. Периметр 1. Все. 2 умножить на mass p умножить на радиус 1. У нас нет, у нас rad 1. Угу. Скажи результат. Circumference у нас нету такого. Давай, матернись. Периметр 1. А вторую часть игры периметр никто не выпускал. Хотя мало кто вспомнит эту игру. Поэтому и не поймут шутку. Двигайся к следующей отметке. Ну, move. Move xy. Куда ему надо? 60-34. 60-34. Найди якость второго круга.
Як неинтересно. Хряк. У нас будет хряк 2. Он находит ближайшего друга. Теперь у нас радиус 2. Мы узнаем рад 2. Хряк. Да, у нас як, но я его называю хряк. Як по имени хряк. Вычислить длину второй окружности. Периметр 2. Равно вот так на рад 2. Хиросей периметр 2. Ну, миссия простая, в принципе. С первого раза выполню. Да, пошел. О, якири срут цветочками. Вот это хряки. Красота какая. Самая красивая миссия, ребята. Вот это красота. Еще и под такую музыку. Яки срут цветочками. Что может быть еще позитивнее? Котики! Котики могли бы быть позитивнее. Но в этой миссии не было котиков. Площадь Йетти. Все собираемся на площади Йетти. Лучшее оружие против Йетти — это Йетти рожденный. Йетти рожденный. Победи всех Йетти. Площадь ограничения окружностью с радиусом R равна пи, умноженное на R во второй степени. Ну да, радиус на радиус нужно умножить, чтобы узнать площадь в круге. Победи всех Йетти и напи. Не самой лучшей идеей было окольцевать избранного. Ведь он может использовать древний крик. Ancient Shout. Будь осторожной, сила крика должна быть равна площади окружности. Иначе он всех закричит. Победи всех Йетти. Избранный может оглушить Йетти своим криком. Chosen. Ну не просто Chosen, а Chosen One. Он всегда так пишется. Находит друга нулевой элемент. Сила крика должна быть равна площади окружности. Радиус равен chosen distance to chosen nearest enemy. Ближайшему врагу, да. Area. То есть равно радиус, умноженное на радиус. Умноженное, ну да, радиус квадрат на пи. Скажи площадь избранному. Не сдавайся, бой. Ну хорошо, я скажу say. Area. Вот так вот. А теперь в бой. This while true. Look. Enemy. Ищем. Где ближайший? Ближайший так далеко стал. Если есть down. И... And hero точечка is готов у нас навык bash. То у нас что? Конечно, bash. Не enemy, а дауна. А потом использует shield. Вот так вот. Дальше у нас if down. Если есть down просто, то у нас герой просто атакует дауна. Никаких, то есть, глупостей, неуважения, но большинство, ну, я не люблю дауна. Особенно тех, у которых нету диагноза. Вот знаете, если есть даун, и у него стоит диагноз, ну да, стоит пожалеть, и он, в принципе, на лечении находится, ничего не поделать. А вот те дауны, которые не находятся на лечении, и меняют себя умными, вот таких я ненавижу. Их всех нужно отправлять в лечебницу. Лечиться, пускай не лечится. С первого раза не получится, я думаю, со второго. Да, ошибка была какая-то. Ага, chosen, потому что у нас не chosen, а chosen one. И вот тут вот тоже chosen one.
Chosen one. Все. Вот теперь. Со второго раза получится. Да, он что-то там сказал, крикнул. Отлично. Чё? Завалили их. Молодцы. Победа. Может и на этой миссии, на этом видео пройдем всю гору. Что тут осталось? Все это пройдено. Осталось буквально 4 миссии. Посмотрим, какая. Мрачная решимость. Командой паладинами, чтобы с мрачной решимостью выдержать нападение колдунов. Огров! Идите сюда, колдуны. Сейчас я вам наколдую. Защити Рейнальдо. Рональдо. Защити бонус. Все паладины должны выжить. Пас на меня, Рональдо. Паладины способны вызывать заклинания. Они могут вылечить ближайшие цели, когда заклинание восстановлено. Паладин, Hero Find Nearest, Hero Find By Type, Паладин. If Paladin can cast Heal, Hero, Hero Command, Paladin cast Heal, Hero. Типа себя лечить, хорошо. Погнали вверх. Я думаю, все-таки на следующий пройду гору. Твоя цель – защитить Рейнальдо. Найди паладина с самым низким здоровьем. The lowest health paladin. Угу. Где больной? Где больной? Давай, где, так и быть. Где больной? Lowest health, lowest friend, no, нижайший друг, друзья, hero find friends, найди друзей, ну ладно, не буду, пока friend friends, if friend type не равно паладин, continue, if friend health меньше, чем lowest health, and friend's health меньше, чем friend max health, lowest health равно friend health, lowest return, lowest. Возвращает ближе самого низкого. Dev команд паладин. Вылечи паладины с низким здоровьем, используя lowest health паладин. Ага. Это вот так у нас было, да? Ты можешь использовать паладин can cast heal и команд паладин cast heal target. Паладины также владеют щитом. Команд Паладин Щилд. И не забудь, что они тоже умеют атаковать. Команд Паладин. Ну, значит, что нам нужно? Нам нужно первое. Узнать, где больной. Где больной? Сохранить это в какой-то переменной. А в переменной будет больной. Не на голову. Вот так. У нас больной не на голову. Значит, ищут. Дальше что нам приказывают? Давайте команд паладин. Приказываем паладину лечить больного не на голову. Ох, рубает ножичку. Красота. Просто красота. На. Я не хочу печатать, программировать, я хочу в пляс. Пуститься. А кто у нас командует? Конечно, Hero. Точечка. Hero команд, паладин. Ну, если у нас, да, if. Если у нас есть больной не на голову, если есть больной на голову, с ним уже ничего не поделаешь. То вот так вот. Иначе он у нас будет что? Hero.
Ага, можно скомандовать. Команда. Что он может? Он может скомандовать. Щит. Что не умеет атаковать? Ну хорошо, пусть применяет на себя щит. Вот так вот. Ctrl C, Hero Command. Даже у нас здесь два будет команда. Вот первое приказ. Щит. А второе. Значит, у нас что значит? Find nearest. Hero find nearest enemy, да. Он будет атаковать, конечно же, даунов. Да, он равно. Но только не hero у нас будет. А. Паладин. Вот так вот. У нас паладин атакует дауна. Вот так вот, красиво. Я думаю, где-то сразу 3-4 получится выполнить миссию. Следующий dev команд. Командуй. Просто командуй. Зачем команд friends? Управляй своими союзниками. Friends. Находит своих друзей, если ты селянин. А что ему скомандовать? Команд Гриффин Френд. Значит, он ищет. Не, вот этот лифт. Вот сюда, я так понял. Сейчас. Френд, друг. Ищет ближайшего врага. Что делает? Атакует, конечно, его. Помоги на френд другу. Френда есть. Атаковать дауна. Иначе френд тайп равно паладин, команд паладин. Ну вот так вот. Wild True бесконечность. Command Friends. Призывай наездников. Здесь есть Command Friends. Command Paladin. Просто команд. Командой. Ага. Ну если селянин, то пускай ничего не делает. А что можно делать с селянином? Завершить. Погнали. Ну, у нас стоят паладины. И они ничего не делают. Ага, палдин, да. Паладин. Паладин, вот так вот. Завершить. Погнали. Вот, они взяли щит и погнали мочить всех неверных. Оу, мины взорвались. Все паладины должны выжить. Защити Рейнальда. А чё его не защитили? Ну, пошли потихоньку. Да, вот они лечат. Так, а толкает. Вот этот даун толкает. Что у нас есть совета? Паладин способен... Они могут вылечить ближайшие цели, когда заклинание восстановлено. Как у нас тут много. И в больной херу. Больной не на голову. И
Паладин Кенкаст. Ну. Паладин. Точь. Ну, чё оно не пишется? Давай сюда. Паладин. Точечка. Кенкаст. Да, вот так вот это работает, скорее всего. Hero command, paladin cast, heal hero, вот так вот. Все, это я сделал. Этот уровень представляет союзника паладина. Паладины могут вызывать исцеляющее заклинание, использовать щит, чтобы выдержать сильный урон. В примере кода дается функция Lowest Health Paladin, которая возвращает паладина с самым низким уровнем здоровья, если среди них есть пострадавшие. Заполни с помощью Lowest Health Paladin также Can Cast, Heal Target. Ну а что тут? Вот этот у нас больной не на голову. Таргет записывается, если оно надо. Команд паладин, да, и команд паладин шилд, чтобы поддержать здоровье паладинов. Напиши команд пезен, чтобы крестьяне собирали монетки. Ага, напиши команд гриффин, чтобы твои наездники грифонов атаковали врага. Призывай наездников. Ага, if hero.gold больше, чем price, по-моему, hero.cost of цена, нет, у нас Griffin Rider должен быть, да, а селянам собирать монетки, где у нас command types. Griffin Rider, вот он. Он здесь. Griffin. Точечка Рай. Да. Вот так вот. Если есть это, то Summon, то герой призывает. Он призывает, не солдата, конечно, он призывает наездника на грифонах. Вот так вот. А селяне у нас ближут, ищут item, find nearest item, ищут ближайшую вещь. Только меняем. Они ищут мелочь. Мелочь. И здесь не этот, а find друг это делает. Мелочь. If мелочь. Если есть мелочь, то что у нас командую? Вот так вот, friend. Ctrl-C. Команд friend не атак. А двигайся. Move к. Точечка пост. Вот так вот должно. Это уже не получилось три раза, да? Четвертый пробую. Да? Команду. Ну, пока я не вижу, чтобы призвали как хотя бы одного. О, грифоны полетели, наездники на грифонах. Они атакуют. Отлично. Ну, с четвертого раза получается, да? Ага. Что-то прям аж затормозило. Ну и в следующий раз, получается, горы пройдем. А
потом будет повторение. Может, в следующий раз, если не будет дальше открыто вулкан, то значит будет эпизод с повторением прошлого. Буду переписывать код, улучшать с новыми навыками, использовать, проходить миссии, вот эти все множественные, которые могут проходиться. Вот так вот. Плюс могу призывать войска, наверное, буду их вызывать в боях. Поэтому, в принципе, достаточно много задач будет. Отлично. Все. Помните, что в верхнем правом углу кнопочка I, там иногда задаю я вопросики, голосования, вы можете ответить. Также оценивайте видео, задавайте вопросы, если что-то непонятно, что-то хотите узнать. Потому что если не зададите вопрос, то никогда не получите ответа. А так есть шанс, может, я и смогу. Все паладины должны выжить. Да, так я и добился этого. Хорошо. Ну, а с вами был товарищ Атомный. В принципе, тут вот высшие врата остались какие-то. Финальная миссия. Вот, и такие, которые постоянно выполнять. До следующей серии!